Я буду стоять и смотреть на тебя. Стоять и смотреть, и трясти своим хвостиком. Пока ты не сделаешь нога на ногу другой ногой, на которую найдет у тебя тапок. Приветики, это гусь. И мы продолжаем творить неведомую фигню. Потому что мы очень умный гусь. И мы будем бесить людей. Чё за фигня? В прошлый раз я вообще в легкую прошел. О, шеи свои просто расшиб эти доски. Значит, влазим сюда. Мечье! Да, тут у нас мистер и миссис какие-то такие интеллектуалы. Очень интеллигентные люди. Так сказать, аристократы. Здорово! Чё как? В общем, там у тебя забор сломан, иди почини его, ага. У тебя руки есть, у меня нет. Пойдем, короче, посмотрим, что у нас там по заданиям. Не та кнопка. Заставить кого-нибудь разбить красивую вазу. Легко. Где тут вазы? Сейчас, тяп-тяп-тяп-тяп. Я же как-то быстро бегать умею, да? А, тут забор! Не пролезть. Хорошо. Бежим сюда. Опа, что-то вот этот чиж мне не нравится. Он газету положил. Кофе стал пить. Ладно, пей кофе. Я мимо пройду. Чё, гусей никогда не видел? Я еще вот так умею, смотри. Ладно, не буду шугать его. А то обсерится еще. Так. Тут у нас цветы рассада. Небольшой прудик. Ага. Отличные владения у меня. Вот это вот надо бы как-то открыть. Нельзя. Тогда я знаю, как пролезть в сад, где есть вазы. Вон там, смотри, есть вроде бы вазы. Нам нужно вот эту петельку отвязать. Как все просто. Вот она, ваза. Ваза. Мне ее уронить надо или как? Я кинуть или не смогу. Так, подожди. Заставить кого-нибудь. Мадемуазель. Смотрите, я тащу вашу любимую вазу. Вот она. О, хватайте ее. Хватайте. Ай. Не может. У нее со спиной проблемы. А, погоди, она хочет завязать здесь заборчик. Не вздумай! Как я отсюда потом выберусь? По ноге, да, прилетела? Да. Дела у тебя плохие, потому что здесь я. Великий гусь, истребитель человеческого спокойствия. Вазу-то возьми, куда ты пошла, дуроха. Дуроха. Вот она, ваза, на. Я тебе даже подкину ее под ноги. Давай. Кинь ее! Ущипнуть бы тебя. Вазу кинь. Лягуха, иди сюда. Лягушбер. Он видал, как она вазу кинул, но она ее не разбила, блин. Почему ты не разбила вазу? Ладно, с вазы пока отбой. Помочь женщине нарядить бюст. Бюст. Где у тебя бюст? Вот он, бюст. И нужно его как-то нарядить. Мадам, мне нужна ваша помощь, чтобы нарядить бюст. Кстати, отличная... технология посадки цветов в унитаз. Я бы до такого точно не додумался. Мыло, смотри, есть мыло. Можно стырить. Не, фигня. Во рту мыло держать это очень плохо. Молоточек бьет в колокольчик. Оу, чувак, сорян. Я не хотел тебя испугать, когда ты читаешь газету. Слушай. Есть идейка, мадемуазель. Простите, мне нужна ваша ваза. Бежи. Так просто не получится. Короче, вазу поднести туда и вдарить в колокол. Она ошарашится и, возможно, разобьет тогда вазу. Опа. И теперь момент X. Ты берешь вазу. Старая рухлядь. Иди, тащи ее. Да что ты такая медленная-то, как старуха? Блин, нет. На нее не действует колокол. Она, походу, глухая, слушай. Кажется, я понял, как разбить вазу. Когда она будет идти... Смотри, сейчас. Ставим сюда вазу. Вот тебе ваза. Мыло. Ты где? Мыло. Вот оно, мыло. Да не то. Вот там мыло есть. Да что ж такое-то? Вот, мыло. Я его кладу сюда. Она пойдет и подскользнется. Иди, возьми вазу. Вазу возьми. Смотри. Тупица, блин. Как же сложно с этими людьми носатыми, без глаз. Вот ваза, возьми вазу возьми. Чучундра ты старая, обмотанная башка. Вот вазу возьми. И вот иди спускайся. Спускайся сюда. А где мыло? Ты куда мыло дело?
Да что ж такое-то, мой план провалился. Бюстгальтер, смотри, бюстгальтер есть. Могу снять и нарядить бюст. Ты что там, играешься с моим музыкальным инструментом, что ли? Бюст, лови бюстгальтер. Не получилось нацепить. Если честно, даже без понятия, как бюстгальтер нацепить на бюст. Цветочек. Он крутится прикольно. А куда ты мыло сунула? Мыло куда дело? Мыло, ты где? Бежим, на обгон. Не дадим ей... Да блин, вот как так-то вазу она кидает, и она не разбивается? Это несправедливо. Так, вазу сюда кладем. Мыло сюда подкатываем. Она сейчас пойдет. Блин, не с той стороны заходишь. Ты посмотри на вазу. Что ты сделала с вазой? Чудище! В общем, с бюстом пока тоже отбой. Посмотрим, что дальше. Помочь... Нет, это не то заставить человека пролить чай. О, так это вообще в легкую. Нужно выждать, когда он начнет пить чай. Смотри, он сейчас чай пьет. Мы вот так вот делаем. Опс! Чай пролит. Кто бы это мог быть, а? А там уже никого нету. Кому ты там рукой что показываешь? Все, он чай, в принципе, пролил. Наверное. Или ты не налил чай, ты пустую чашку пил. Задание не выполнено. Черт! Миссия провален. Капец. Нам нужно выйти отсюда. Срочно выйти. Мадам, уйдите, пожалуйста. Опачки. Мадемуазель, я сваливаю. А, нифига себе. Я с этой стороны развязать не могу. Щоп их всех. Капец. Как мне отсюда теперь выбраться-то? Сработали. Он выплюнул чай. Нагулись-то. Коварный план гуся воплотился в реальность. Так, что у нас по следующему заданию? Нарядиться в ленточку. Это как? Я так полагаю, в ленточку, вот в эту красную ленточку, ее надо старить у этого искусственного гуся, не настоящего, и нарядиться в нее. Так, в обход идем. Пока нас женщина это не заметила. Ленточку сейчас свистнем. Опачки. И пойдем куда-нибудь в уголок. Тихий, укромный уголок, где нас никто не тронет. Вот здесь, я думаю, будет норм. Как нам одеть бантик? Бантик, как нам тебя одеть? Короче, я уже перепробовал все, самому мне никак не одеть. Надо, чтобы кто-нибудь надел. Блин, кругом засады, я вообще без понятия, что делать. О, ящик с самозакрыванием, прикинь. О, а кто это сделал? Ну слушай, с другой стороны, это круто. Мы спокойненько можем теперь перебраться на ту сторону. Я-то думал, я уже туда не попаду. Хей, мы снова здесь. Шикарно. Так, все по заданию. Нужно заставить человека ходить босиком и устроить большую стирку. Здрасте. Можно я возьму ваши тапочки? Тапочки. Мне нужны твои тапки. А, когда он ногу на ногу закидывает, смотри, вот. Тапок, бежим! Легко. А, я тут не пробегу. Куда? Вот сюда. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Забор сделай. И будьте счастье. Все, прощай, тапок. Ты его больше не увидишь. Тапок. Я его заныкаю. Знаешь, куда? Я его заныкаю. Например, вот сюда. Ты его никогда не найдешь. Надо попросить какую-нибудь собаку зарыть этот тапок и все. Посмотрим. Будет ли он ходить босиком? Мужчина! Почему вы не позаботились о заборе? Я же говорил вам его починить. Смотри-ка, он теперь без одного тапка ходит. Надо, чтобы он сделал ногу на ногу другой ногой. Чтобы я стырил у него другой тапок. Как насчет газеты? Смотри, я потиху спер у него газету. Он не сможет читать. А где газета? А куда ее дели? Блин, он запалил. Эх, черт. Ладно. А, видимо, когда он будет читать газету, он другую ногу закинет на ногу. Что там, у тебя мячик укатился? Ладно тебе, подумаешь, мячик. Кстати, как насчет кепки? Кепка у него шикарная. Хоп. Хоп, хей, на-на-ней. Кипарёчек улетел. Так, кепка здесь. Возможно, эта кепка нам понадобится, чтобы нарядить бюст. Кстати, насчет большой стирки. Нам нужен лифчик, носки. Тапочек, ух, блин, хорошо, что его собаки не зарыли. И куском мыла. Вот для чего нужно было мыло. Теперь я знаю его предназначение. Мужчина. Что, проблемы какие-то? Так, наш джентльмен снова присел. Ногу смени, говорю. Ладно, не буду тебя нервировать. Зайду за ширму.
Кстати, в кусты могу? Нет, в кусты не могу, к сожалению. К сожалению, не могу. Здорово, братюнь, тапок мне отдай по-братски. Мне нужен всего лишь еще один твой тапок. Садись, читай газету. Я буду стоять и смотреть на тебя. Стоять и смотреть, и трясти своим хвостиком. Пока ты не сделаешь нога на ногу другой ногой, на которую надеть у тебя тапок. Так? Что-то изменилось? Что-то изменилось? Возьми газету! Газету возьми! Мысленно приказываю взять тебе газету, красава. И мы вот так вот подкрадываемся тихонечко. Оп! Смотри, он даже не заметил. О, бежим, 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 бежим. Блин, а здесь кепка, он сейчас по-любому сюда придет. Так, кидаем тапок. Ты идешь сюда, мужчина? Нет, но он запалил свою кепку. Эх, ну хорошо. И без кепки жизнь прекрасна. Значит, а где стиралка? Я не видел стиралку. Уважаемый, не подскажете, где у вас стиральная машина? Постирать, постирать, мне нужно срочно. Я думаю, я знаю, где можно постирать. Вот в этом небольшом прудике. Значит, тапочек. Берем тапочек. Просто нужно будет сюда притащить мыло. И все устроится само собой. Так, мадемуазель. Мне нужно, чтобы ты убежала куда-нибудь подальше. Эх, заколотила, завязала снова забор. Хоп. Хоп, нейна-на-нейна, не остановить. Я вас успер. Это получается, короче, мадам-соседка. Это не супружеская пара, а просто соседи. Ну все, больше не увидишь ты Васую. Понятно? Миссия прорыв! Снова сработал, бежим. Нам нужно стырить срочно мыло. Для большой стирочки. И в обход, чтоб нас не запалили. Вот так-то хорошо. Там, кстати, можно было носки еще стырить, но ладно. Это не важно. Оба, видал, как я мылом умею гакать. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем тебе мыло? Зачем тебе мыло? Ну ладно, пока он отвлекся на мыло, я свистну шляпу. Свистнем шляпу, хотя это не шляпа, это кипарик. Кинуть его бы куда-нибудь тут, я не знаю, где он там бегает? Вау! Ой-ой-ой, быстро в дырку, ай, блин. Все равно схватил. Так, а куда ты мыло утащил, а? Мыло. Куда ты его дел? Хорошо, что он тапок не спалил. Скорее всего, он передал... Вот этой теточке мыло. Пойдем проверим. Неужели ты такой говнюк отдал мыло? Нет, мыло нет на место. Куда ты его дел? Куда ты дел мыло? Ой, случайно уронил, простите. Мыло, мыло, мыло. Мадам, ты не видела мыло? Кстати, носки нужны. Носки нужны. Носки свистну. Как это так? Ваза разбилась. Подожди, я что-то пропустил. Ваза разбилась. Я понял. Мужик перекинул, короче, сюда вазу и разбил ее. Он, по всей видимости, видит, что это не его вещи и перекидывает обратно тетушке через забор. Ну и хорошо. Так, значит. Ты что там? А, тапок нашел. Вот засранец, а? Мыло, значит, он тоже перекинул, оно где-то на той стороне болтается. Вот, смотри, смотри, она его наказывает. Говорит, ты что, типа, охренел? Ваз мой разбил. Чучело ты. Усатая. Носатая. Так, все. Я тем временем носочек притащил. Блин, он все равно меня запалил с этим носком. Эх, засада какая-то. Бежим, бежим, бежим. Смотри, смотри, как он носок перекинул. Вот так же и с вазой было. Возьмем носочек. Оп. И, а, вот и, кстати, и мыло. Вот и мыло. Отличненько. Короче, я сделаю вот так. Скидываю все вещи сюда. И потом оттуда просто буду их переносить. Мне кажется, так будет намного проще. Женщина, кажется, вы потеряли кусок своей вазы. Давайте я вам помогу. Идите сюда. Идите сюда. Вот тут вот ваш кусок вазы валяется. Женщина у нас потерялась ненадолго. Хватаем лифон. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим скорее. И лифон тоже преодолевает этот забор. И я почти... Блин, я тоже перепрыгнул. Эх. Ладно, не страшно. Не страшно. Еще одну ходочку сейчас сделаю. О, он пока газету читает, надо свистнуть тапок. Ай, блин. Тихонечко настался. Вот так вот. Опа. Бежим. Не в ту сторону побежал. Не туда. Оп-о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 п. Сюда. Да, не успел. Мой тапок, отдал его. Думал, что отобрал, да? Ашиш тебе. Все тапки прибыли на место прорыва.
Короче, вот этот вот дуралей, который усатый, читает газету, хотел спереть все мое шматье. Он спалил, что я сюда все накидал. Хотел все это выкинуть обратно. Пришлось нычку другую придумать. Вот сюда все складируем. Вот, а пока он читает газету, мне нужно утащить, значит, чашечку чая, его трубку. Драчи, так, не получилось. Короче, оставить только газету, чтобы он постоянно читал газету, не отвлекаясь, и я смог бы тогда абсолютно беспрепятственно перетащить вещи для большой стирки. Итак, следующая у нас кепка, бежим. О-о-о, зачитался чувачок газетки. Кепка нам понадобится для бюста, скорее всего. В том числе и трубка курительная. Так, сейчас он посмотрит такой. Тут нет никого. Никого нету. А кепка пропала. Точно. Как так вышло-то? Ужас какой. Слушай, интересно, а если я успею урвать у тебя чашечку? Бежим! Успел. Ништяк, он траекторию выбрал, которая мне нужна была. Выигрышная. Заходим сюда. Сколько тут твоего шматья, да? А пролезть-то ты не можешь, потому что ты старый пень. Сколько раз тебе говорил, забор подчини. Вот теперь мучайся. Иди газету читай. Очки нужны? Я думаю, что понадобится. Бежим скорее. Он на перехват пошел. Ай-яй-яй. Ну что, мужик, тебе осталось только читать газету. Давай. Вперед, испесный. Очки ему, в принципе, не нужны, они нужны нам. Вот так вот. Валим. Все шматье я стырил. Осталось достать носки. Точнее, один носок. Пойдем сейчас это сделаем. Мадемуазель, вы нашли носок, который вам перекинули? Да, она нашла. Быстренько вот так вот. Давай, хватай. И в эту же дырку, кстати, она вазу склеила. Молодец, молодчина. Значит, сюда носок. Пойду за вторым. Второй носочек идет со мной. Че он там, читает газету? Давай, читай газету. Ага, чай ты не попьешь. Фиговенько, да? Так что читай газету. Получилось! Второй носок доставлен. Теперь нужно принести тапочки, лифчик и прочую всякую борду. Итак, мыл доставлен. Закидываем. Устроить стирку у нас получилось. Шикарно. Все, теперь на стирку чихать. Пускай ее разбирает. Нам нужно теперь нарядить бюст. Для этого нам нужно взять очки, кепку и трубку. По крайней мере, я надеюсь, что это поможет. Значит, вот кепка. Сейчас мы ее пронесем. Тихонечко. Let's go. Тун-ту-дун-ту-дун-ту-дун-ту-дун-ту-дун. Кепочку сюда положу. Все вещи доставлены. Теперь их нужно перенести через забор. Ну тут все просто. Элементар лети. Так, кепку сюда. Очки тоже сюда. Надеюсь, женщина поймет, что лучше эти вещи надеть на свой бюст, нежели перекинуть через забор. Так, значит, так. Трубочку кидаем сюда. Постепенно буду переносить все вещи. Потому что женщина рано или поздно сюда вернется и запалит мои делишки. О, а вот и она, собственно. Здорово. Ну закрывай, что ты там хотел? Я просто очки свистну. Ей вообще насрать на очки. Так, несем к бюсту. Все складываю сюда. Женщина, надеюсь, ты догадаешься, что нужно сделать. Ты же умненькая. Я тебе даже к бюсту все положил, вот смотри. Так, давай. Занимайся. Вот очки. Одень на бюст. Кепка, смотри, какая классная. О, молодец. Хорошо. И осталось теперь еще трубку тебе отдать. Трубка, смотри. Вот трубка. На, трубку возьми. Молодец, к трубке идет. Так. И вставляй. Я знаю, что ты сможешь вставить. Хотя там нет отверстия. Отлично, все, женщина нарядила бюст. Доп. Задания появились. Новый пункт в списке дел. Что нам надо сделать? Заставить кого-нибудь срезать уникальную розу. Ух ты ж, блин. Так, а роза где у нас тут? Вон та большая уникальная роза. Вон, смотри, мужик удобряет ее. Ага. И он сейчас нарисует, типа, гусям здесь не место, да? Ну да, смотри, табличку нарисовал. Так какую красивую еще. О, мужик запалил, что тут у него большая стирка. Блин, а как бы эту розу так срезать?
Я знаю, что женщина недовольна, что разбили ее вазу, разбил сосед, и она бы отомстила, отрезав вот этот вот большой цветок. Ладно, поможем, короче, мужику, чтобы он отсюда свалил наконец. Да я тебе помогаю, тупица. Вот тебе еще носок, перекидывай все. Что-то как-то у него проблематично с перекидыванием. Тапок тоже второй нашел. Молодчик. Все. План срезать розу воплощается в реальность. Значит, делаем вот так вот. Берем ножницы. Оп-оп-оп-оп-оп. И вот сюда их. Угу. Теперь надо сделать так, чтобы срезали розу. Как это сделать? Как это сделать? Я понял, как это сделать. Я понял, как это сделать. Женщина, подождите. Подождите. Надо, короче, вот так вот потянуть сюда розу. Вот. Сейчас, подождите, 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 подождите. Взять ножницы. Женщина, я хочу принести вам ножницы. Не закрывайте забор, пожалуйста. Не закрывайте. Не закрывайте. Вот я тащу, я тащу. Вот так вот. И теперь давай потеребим вот этот куст. Я уже так 100-500 раз сделал. Она сейчас пойдет его порежет. Почикай, чтобы вот эти вот деревяшечки там не торчали. Давай. И я думаю, что она заденет розу. Давай, красотка. Мсти. Я все условия для тебя сделал. Давай, давай, давай. Не отвлекайся. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, шеньки. Спрятал ножниц. Ништяк. Сейчас мужик придет. На, пойдем свистнем розу эту. Красивую розу. А куда это ты пошла? Че это ты хочешь сделать? Кстати, тут шляпу можно свистнуть, что ли? А, нет, нельзя. Она хочет убрать... А, чтобы гусь, короче, свалил, она хочет отпереть там забор. Угу. Она думает, что гусь в засаде. Молодец, давай, давай, давай. Что она там нарисовала? Ой, здорово! Все, все, я пошел. Я с вами тут закончил, грешники, поэтому я ухожу от вас. Наслаждайтесь спокойствием. А что тут у нас такое? Какой прикольный... Ой! Ёшки мои! Случайно так вышло. А, ну ладно. Меня, короче, прогнали с дома. Все, мы перебрались. Ой. Ой. О, знакомое место. Я тут в первой серии был. Я сюда складировал бутылку, соску. Вон, пожалуйста, все тут лежит. И башмак еще был. Ну вот, нас бросили на произвол судьбы. Мы снова на дороге и ждем нового послания. Кому бы навредить? Ну а на сегодня это все, если тебе понравилось. То есть тебя лайкосик под видосик за этого гуся. И, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.